Сохранить темпы подготовки высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики и обеспечить технологический суверенитет страны. Таковы две важные задачи российских вузов в условиях санкций. Их поставил вице-премьер Дмитрий Чернышенко перед представителями высших учебных заведений страны на встрече в координационном центре правительства. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня в программе вы увидите. Университет действительно занимает лидирующее место в России по обучению иностранных студентов. Кандидатура рассмотрена. Как прошла аттестация кандидата в ректоры КФУ? Идея такая, что имплант при контакте с костной тканью именно будет стимулировать, индуцировать рост новых клеток. Улучшить импланты. Как открытие Завойского помогает в биопротезировании? Человек имеет центральную нервную систему. И она реагирует на все события, которые происходят вне человека и которые происходят внутри организма. Терпеть нельзя, снимать. Где поставить запятую, если испытываешь боль, посоветуют врачи униклиники. Есть еще, конечно, и проблемы, связанные с тем, что надо и дальше жить. Помощь рядом. Почему в Казанском университете решили помочь вынужденным переселенцам из Украины? Это праздник творчества, креативных идей, молодости, красоты. Ярче только звезды. Чем завершилась студенческая весна в КФУ? Аттестационная комиссия Миноборнауки России согласовала кандидатуру Ленара Сафина на должность ректора Казанского федерального университета. На неделе состоялось заседание комиссии, на которой аттестацию в качестве кандидата на должность руководителя вуза проходил сенатор от Татарстана Ленар Сафин. На аттестации Сафин представил программу дальнейшего развития университета. Члены комиссии поинтересовались его видением пути к реализации программы «Приоритет-2030». Кандидат на пост ректора ответил, что вуз будет двигаться в фарватере уже сформированной политики. Акцент будет на разработке геномных и постгеномных технологий здоровьесбережения, переходе к низкоуглеродной энергетике, создании отечественной системы решений по экологизации добычи нефти и получения альтернативных видов энергии. ВУЗ продолжит заниматься дизайном новых материалов, развитием информационных технологий и искусственного интеллекта, формированием комплекса доказательных технологий и платформенных решений для повышения качества человеческого потенциала. Отдельно Сафин упомянул системную работу в области развития инженерных школ и наращивания кадрового потенциала. После этого он заверил, что Казанский университет уже приступил к системному анализу возможных рисков, связанных с санкциями против России, и начал переориентацию на импортозамещение. Напомним, что ранее наблюдательный совет КФУ рекомендовал назначить на должность ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина. Улучшить свойства имплантов, применяемых в хирургии и стоматологии. Над такой проблемой сейчас работают ученые Казанского университета. В проекте заняты исследователи сразу нескольких высших учебных заведений из Москвы, Италии и Румынии. Главная задача перед учеными – не просто найти такой материал, который заменит настоящую костную ткань человека, но и поможет быстро прижиться и в перспективе даже стимулировать рост собственной костной ткани. Кстати, в своем исследовании сотрудник кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики Фадис Мурзаханов использовал метод электронного парамагнитного резонанса. Напомним, что это физическое явление было открыто в Казанском университете советским физиком-экспериментатором Евгением Завойским в годы Великой Отечественной войны. К каким результатам пришли современные ученые и как должен работать этот необычный материал, узнала Эльвина Минобуддинова. Развитие технологий приводит к новым явлениям в медицине. Возникновение новых свойств имплантов позволит лучше отслеживать приживаемость, а в перспективе стимулировать рост собственной костной ткани. Более 1,5 миллиарда человек в мире страдают от нарушений болезней костно-мышечной системы, поэтому высокий процент инвалидов с этим диагнозом. Наиболее запущенные случаи требуют операционного вмешательства, когда производится замена костной ткани на имплант. Однако необходимо учесть главное условие – приживаемость имплантов. Медики много лет заняты поиском таких материалов, наиболее биосовместимых с костной тканью. Именно эту тему ученые Института физики КФУ совместно с
российскими, итальянскими и румынскими коллегами взяли за основу своего исследования. Великие ученые, как Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Макс Планк. В качестве материала испробовано множество вариантов. Одно из направлений – керамика на основе фосфата кальция. Он включает ионы редкоземельного металла серебристо-белого цвета – гадолиния. Выбор фосфата кальция в качестве материала не случайен. Он содержит в себе гидроксиапатит и трикальцифосфат – компоненты нашей костной ткани. Они схожи по химическому и элементному составу. Для имплантов материалы синтезируются и только после этого вживляются в организм. И в нашей работе мы как раз провели такие масштабные исследования. То есть мы сначала синтезировали, потом провели физико-химические исследования и биологические эксперименты, в ходе которого мы выявили, что итог данной работы, во-первых, синтез прошел успешно, гадолиний встроен в структуру, на локальное ионное окружение сильного воздействия он не оказывает, то есть структура не портится и сохраняются все биологические свойства этого материала, при том, что не только сохраняются, но и наоборот, у таких материалов улучшаются остеорегенеративные качества, то есть материал стимулирует еще рост новых клеток. По словам Фадиса Мурзаханова, гадолиний играет роль внутреннего контрастного агента. Он нужен для более эффективного отслеживания приживаемости импланта с помощью магнитно-резонансной или компьютерной томографии. Ионы марганца, алюминия, железа улучшают свойства импланта, однако нельзя точно понять, как он приживается. Именно через гадолиний можно отслеживать стадии заживления, выяснить, идет ли отторжение. Гадолиний улучшает способ получения визуализации, значительно улучшает качество изображения на МРТ-снимках. Основная цель – получение однофазного материала. Необходимо, чтобы гадолиний был встроен в структуру, имел валентность и не приводил к разрушению кристаллической структуры. То есть тот же материал, который мы получили, в прямом виде он использоваться не будет. Производится отжиг, получается керамика. Далее мы встраиваем в костный имплант. И здесь идея такая, что, во-первых, при контакте импланта с костной тканью он приводит не только к биосовместимости, но и к остеостимулированию. То есть у людей могут быть проблемы с тем, что кость очень медленно заживает. Это, допустим, проблема для более пожилых людей. Однако здесь идея такая, что имплант при контакте с костной тканью именно будет стимулировать, индуцировать рост новых клеток. Уникальность полученного материала с ионами гадолиния – это возможность не только лучше отследить приживаемость импланта. Материал стимулирует рост новых клеток. Появляются антибактериальные свойства, а также свойства, подавляющие рост болезнетворных клеток. В работе применен метод электронного парамагнитного резонанса. Когда-то физическое явление было открыто именно здесь, в стенах Казанского государственного университета, физиком-экспериментатором Евгением Завойским. По сей день активно применяется. В исследовании по изучению свойств имплантов явление было применено с помощью устройства под названием спектрометр – многофункциональной установки, которой практически нет в России. В мега-гигагерцовом диапазоне, и мы можем проводить эксперименты, достаточно сложные, методом двойного электронно-ядерного резонанса. То есть мы можем наблюдать двойные переходы между электронными уровнями, ядерными уровнями. Результаты работы были поддержаны грантом Российского научного фонда и опубликованы в журнале Nanomaterials. Работы по совершенствованию свойств имплантов продолжаются. Сейчас проводятся эксперименты с внедрением нескольких ионов, в том числе марганца, железа и стронция. Кроме того, существуют перспективы создания бифазного материала, то есть с использованием нескольких соединений. Это необходимо для улучшения контроля за скоростью рассасывания имплантов в организме. Эльвина Минабудинова, Хафиз Гараев, КФУ «Итоги недели». В униклинике Казанского федерального университета начал работать Центр диагностики и лечения боли. Здесь снимают болевые синдромы разного происхождения. Например, послеоперационные и посттравматические, касающихся повреждений головного и спинного мозга, депрессивных расстройств, невралгии и многих других заболеваний. Народная поговорка «Если что-то болит, значит ты живешь» неправильно воспринимается пациентами. Медики утверждают, терпеть боль опасно для здоровья.
Если современно не купировать острый болевой синдром, есть риск, что он перейдет в хроническую стадию. А это уже тяжелое состояние, и иногда оно чревато нарушением психических функций, развитием депрессии. И в таком случае вытаскивать пациента гораздо сложнее. Снятие острой боли – это еще и профилактика хорошего самочувствия, даже при хронических заболеваниях. Как врачи униклиники будут лечить боль? Об этом в нашем репортаже. Прием для определения происхождения боли у врача должен занимать не меньше 60 минут, говорят специалисты. К сожалению, не всегда на практике это получается. Боли бывают разные, и просто так определить, что беспокоит человека, невозможно. Это могут быть головные боли, боли суставов, спины или других частей тела. В Казани боль ставят под контроль. Проблеме будут уделять особое внимание. В созданном Центре диагностики и лечения боли КФУ готовы оказать помощь пациентам, страдающим от острой или хронической боли. А ведь боль бывает разной и порой сопровождает пациента всю жизнь. Боль дебютирует, то есть начинается гораздо раньше других приобретенных заболеваний человека. У маленького человечка, который пошел в школу, еще нет гастрита, еще нет ишемической болезни сердца, нет бронхиальной астмы, нет других заболеваний взрослого возраста. Но у него уже, как правило, есть головная боль и боль в спине. И диагностика и лечение боли в спине и головной боли у детей – это одно из наших направлений. Это направление, которое мы развиваем интенсивно, развиваем в кооперации, в сотрудничестве с представителями других медицинских школ. Поэтому родители детей, которые страдают головной болью или болью в спине, могут направлять к нашим специалистам для квалифицированной диагностики и назначения лечения в соответствии с современными данными доказателей медицины. Как работает центр? Сотрудники клиники составляют перечень обследований для уточнения причины боли, подбирают лечение, методы физиотерапии или препаратов. При необходимости проконсультируют пациента по минимально инвазивному инъекционному лечению боли. Также дадут рекомендации в случае необходимости оперативного лечения ее причины. Главное – вовремя обратиться и найти очаги боли, говорят врачи. Например, головная боль – самая распространенная форма. И она сильно влияет на качество жизни каждого человека. Самый частый вариант головной боли – это головная боль напряжения. Почему она происходит, вы поймете, если я назову ее старый термин. Это психомиогенная головная боль, это головная боль мышечного напряжения, это стрессовая головная боль. В стрессорной ситуации возникает головная боль. И в диагностике этой головной боли мы нередко видим диагностические ошибки, когда у взрослых пациентов эта головная боль трактуется как проявление гипертонической болезни. И лечение пациента направляется в сторону сосудистого фактора, а на самом деле лечить надо тревожное или депрессивное расстройство. Радий Есин – врач с 30-летним стажем, профессор, доктор медицинских наук. О боли знает все. По его словам, болевой симптом может возникать при заболеваниях мышц, костей, суставов, внутренних органов, сосудов, периферических нервов, спинного и головного мозга. Одним словом, много разных причин. К примеру, при боли в шее и спине может быть 40 причин ее происхождения. Задача специалиста – выяснить это и начать лечение. К сожалению, специалисты, занимающиеся лечением соматической сферы, как мы это называем, это заболевания сердца, заболевания легких, заболевания желудочно-кишечного тракта, они нередко не обращают внимания на то, что человек имеет центральную нервную систему. И она реагирует на все события, которые происходят вне человека и которые происходят внутри организма. И реакция нервной системы, неадекватная реакция, может вызвать нарушение в работе сердца, нарушение в работе легких, повреждение желудочно-кишечного тракта. И невнимание к этим аспектам, на которых вы заострили внимание, приводит к тому, что не всегда успешным бывает лечение артериальной гипертензии или недостаточно успешным.
Недостаточно успешным бывает лечение язвенной болезни желудка, она часто рецидивирует. Недостаточно успешным бывает лечение заболеваний легких, устранение одышки и других симптомов. Это случается тогда, когда врач-интернист не назначает препараты для лечения стрессового состояния центральной нервной системы, то есть как раз не обращает внимания на психосоматику. Иногда боль заставляет концентрироваться только на ней, пропуская мимо все хорошее и ценное, что было в жизни человека раньше. Это может привести к психосоматическим расстройствам. Последствия могут быть весьма печальными. Центры медицины боли – это мультидисциплинарная бригада. Это в современное время достаточно модный распространенный термин, когда одним пациентом занимаются врачи нескольких специальностей в зависимости от наличия тех или иных симптомов хронической боли. В ходе исследования глобальный индекс боли выяснилось, что почти 60% россиян считают боль признаком слабости и не хотят делиться своими ощущениями. При этом также выяснилось, что боль ухудшает качество жизни 93% людей в мире. Россиянам действительно свойственно долго терпеть неприятные или болезненные ощущения в теле. С появлением в униклинике Центра диагностики и лечения боли появилась возможность пройти диагностику и лечение всего организма. И оно будет тщательным и обстоятельным, обещают университетские врачи. Салават Мухаммадуллин, Эльвина Минобуддинова, КФУ. Итоги недели. Профком сотрудников Казанского федерального университета обратился к руководству вуза с предложением организовать благотворительную акцию по поддержке вынужденных переселенцев из Украины. Отметим, что в вузе уже работает пункт сбора вещей и продуктов для приезжих из Донбасса. Инициаторами этой акции стали студенты и преподаватели кафедры связи с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Но лишь этим сотрудники КФУ решили не ограничиваться. Тем более, что Казанский университет всегда на передовой благотворительных акций и проектов. О том, как в университете поддержали инициативу о сборе средств для переселенцев из Донецкой и Луганской областей, а также всей Украины, и о перспективах вуза в работе с иностранными коллегами и студентами мы поговорили с главным советником ректората КФУ Риязом Минзариповым. Здравствуйте, Рез Гатулович. Добрый день. Разговор хотелось бы начать с одной из главных новостей недели в университете. Это инициатива правкома КФУ о поддержке беженцев из Украины. Расскажите, пожалуйста, почему университетское сообщество идет на такой шаг и в каком виде будет оказана помощь? Ну, все сейчас знают, что в Украине приходят события. Началась специальная военная операция по указанию нашего президента. И понятно, любая такая операция, связанная с военными действиями, она, конечно, вызывает поток беженцев, людей, которые действительно или вынуждены уехать из своих, так сказать, насиженных мест, или, так сказать, события заставляют уже раньше, может быть, даже этого. Там, в общем-то, события развиваются так, что неонацисты и националисты, они уже до этих событий проводили очень нехорошие, так сказать, мероприятия в Луганской области и в Донецкой области. И поэтому многие жители уже тогда оттуда вынуждены были уехать. Многие люди приехали к нам. В Татарстан тоже где-то более 1000 беженцев распределено. И, конечно, эти люди сюда приезжают. Ну, слава богу, если находятся в общем, нормальные, так сказать, санатории или дома отдыха, можно там более-менее в человеческих условиях устроиться. А есть еще, конечно, и проблемы, связанные с тем, что надо и дальше жить. И поэтому вот многие, в общем-то, наши жители уже, как только еще операция началась, когда первые беженцы появились, они уже собирали, так сказать, одежду, вещи. В принципе, чтобы не было никаких там разговоров, что это чья-то там, ну, принудиловка или кто-то заставляет людей делать это, так сказать, сверху, мы посоветовали всем нашим подразделениям провести собрание трудовых коллективов, обсудить это, и что вот если они согласны принять протокольное такое решение, и уже потом, после этого, бухгалтерия эти средства начислит и отправит фонд помощи беженцам из Луганска, Донбасса и вообще из Украины.
Вы в последнее время часто участвовали во встречах со студентами, в частности, старостаты, вот некоторые из них даже в информационное поле вышли, так скажем. Вопрос прямой. Для чего проводятся такие встречи? Ну, такие встречи были вызваны тем, что когда вот эта специальная военная операция началась по указанию президента, молодежь, которая, в общем-то, ну, иногда и жизни не знает, а я уж так скажу еще и, что у нас все-таки произошли не совсем хорошие изменения и в школьных программах. Я, прежде всего, имею в виду изучение истории нашей страны. Молодежь просто, ну, не понимала, почему это было сделано, чем вызвана вот эта операция, и почему президент пошел на такой шаг. Вот мы поэтому, посоветовавшись департаменту молодежной политики у себя здесь в ректорате, решили, что надо провести ряд встреч с кураторами групп, со старостами групп, и, может быть, просто еще и беседы с молодежью, чтобы объяснить, почему это произошло, чем вызвана вот эта необходимость вот этой специальной военной операции. Многие молодые люди поддавались той информационной пропаганде, которую, надо сказать, наши партнеры или в кавычках партнеры из западного мира проводили. Они начали информационную войну, по сути дела. Конечно, поддавались и начинали участвовать в акциях, которые проводились, так сказать, людьми, подверженными этой пропаганде. Учитывая эти обстоятельства, мы эти встречи проводили, объясняли. И надо сказать, последних вот четырех акциях, которые объявлялись, опять же, теми нашими партнерами, в кавычках, наши студенты не выходили уже. Они поняли. Я думаю, наша работа в какой-то мере, ну, она очень положительного здесь оказала на студентов. Недавно только еще раз обсуждали, решили, что такие встречи еще будем продолжать и, так сказать, обсуждать. Но ситуация, она меняется, возникают какие-то новые аспекты. Вот надо поэтому их обсуждать и рассказывать, чтобы молодежь была в теме. И один еще вывод мы после этих событий, после встречи с нашей молодежью сделали. Я это и говорил, когда выступал там. Будем увеличивать программу курса истории. Потому что курс отечественной истории, который сейчас во всех институтах нашего университета преподносится или преподается в течение полугода, я считаю, это недостаточно. Это основа культуры человека. Когда он знает историю своей страны, значит, он входит в культуру своего народа, своего общества. И в этом смысле знание истории страны обязательно. И то, что мы сократили его до полугода, это, конечно, я думаю, был недочет. Сейчас его надо исправлять. Ну и здесь, как мне кажется, самое главное, что не административными ресурсами решается вопрос, да, а абсолютно диалог. Абсолютно правильно. Мы ребятам просто объясняем, что, ребята, в общем-то, ведь вот те люди, которые вас призывают туда, если кого-то там призвали, я вот с некоторыми встречался, кто там выходил, я говорю, ну вот вы объясните, что вы хотите там доказать, что наш президент не прав, что он неправильно сделал. А я говорю, а ситуация вот так, когда рассказываешь, начинает понимать. Вот сейчас в Казанском федеральном университете вы уже много лет, и вот в современных реалиях сейчас, откровенно, все-таки больше рисков для развития, ну, будем опять же честными, там, отток иностранных студентов, да, или все-таки это время возможностей? Ну, тут, наверное, если диалектически смотреть на эту проблему, то и то есть. Риски в каком плане? Ну, наверное, конечно, когда вот такие давние партнерские связи с кем-то разрываются, какие-то, так сказать, планы, ну, рушатся и, так сказать, и они исчезают из, так сказать, нашей работы, это, конечно, печально. Но у нас такие планы и, так сказать, наработки были с нашими западными партнерами. И с Францией, и с Германией. Мы сотрудничаем, ну, допустим, мы с Гиссенским университетом сотрудничаем 30 лет. И представьте себе, сейчас вот эти связи, в общем-то, тоже прерваны получаются. То есть в этом плане, конечно, определенные риски есть. Но с другой стороны, я думаю, нет худа без добра. Дело в том, что мы сейчас сами должны уже понять, что действительно определенные круги на Западе, они мечтали давно и мечтают разрушить Россию. Ну, короче говоря, я думаю, поглядывают на наши природные богатства, мечтают завладеть ими, захватить и таким образом решить, ну, какие-то свои, может быть, проблемы. То есть какая-то идет геополитическая такая большая борьба между, так сказать, определенными
я бы сказал, союзами стран. Нам сейчас, я бы сказал так, вот то, что произошло после начала специальной военной операции, ясно показывает, что нам надо рассчитывать на свои силы. И нам надо сейчас выстраивать так нашу жизнь. Рассчитывать только на себя. И развивать надо и нашу науку, и наше образование, и наше, так сказать, промышленность, сельское хозяйство. И сфера военной области, где мы вот сегодня, я считаю, на высоте, она показывает, что мы можем это делать. Ну, если вы историю помните, вот в 80-е годы Советский Союз продавал оружие где-то на 10 миллиардов долларов, американцы на 9,5 миллиарда долларов. То есть мы тоже можем высокотехнологичную отрасль развивать. Просто этим надо заниматься. И вот эти, так сказать, и риски, конечно, есть. Риски, они понятны, чем что тяжело, надо выдержать это, то, что произошло. А с другой стороны, значит, мы сейчас должны понять и поняли, что надо рассчитывать на себя и работать. Но университеты аккумулируют. А университет должен аккумулировать как? Наукой. Здесь, вот я считаю, сейчас очень важная задача, это еще раз обратить внимание на образование наше. Перестроить его. В том смысле, что надо технологические и научные отрасли вот эти, надо мощно развивать. И здесь надо включаться в те программы, которые сейчас правительство предлагает. И мы будем это делать. Ну, вот наш исполняющий обязанности ректора Дмитрий Иванович Таюрский на это и ориентирует. И молодец, он правильно, в общем-то, ориентирует. Ну и потом, конечно, в сфере, вот если взять образование, то здесь, конечно, надо перестроить учебный план многие. И тоже образование надо ориентировать на практику. В том смысле, что она должна решать те практические задачи, которые стоят перед страной. Большое спасибо за содержательную беседу. Спасибо. Как студент КФУ стал чемпионом России? Об этом во второй части программы. Впереди еще много интересного. Не пропустите. Это праздник творчества, креативных идей, молодости, красоты. Ярче только звезды. Чем завершилась студенческая весна в КФУ? Россия и Корея. Как КФУ стал двигателем развития краеведения в нашей стране? Основные темы стихотворений Гумилева – это любовь, искусство, жизнь и смерть. Сердце русского акмеизма. Почему в Казани так чтят Гумилевых? Гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна» прошел в концертно-спортивном комплексе «Уникс». Университетский этап фестиваля состоялся в рамках республиканского фестиваля. Это крупнейшее творческое событие, объединяет студентов всех вузов Татарстана. Сам конкурс проходит в несколько этапов. Каждый из институтов и факультетов представляет свои программы. Из них выбирают лучших. Подготовка к гала-концерту, а далее к представлению на республиканском уровне – это трудоемкий, сложный процесс. Это результат нескольких месяцев упорного труда артистов, режиссеров, руководителей студ-клубов, административной и технической групп. На сцену «Уникса» и концертных залов филиалов в Елабуге и Набережных Челнах вышли более 2000 студентов, артистов, и около 7000 человек стали зрителями праздника. По итогам фестиваля жюри определило победителей и лучших исполнителей в различных направлениях. Сегодня действительно большой праздник. Это праздник творчества, креативных идей, молодости, красоты. Все, что продемонстрировали нам наши студенты. Очень отрадно, что в нашей программе принимают участие иностранные студенты Казанского федерального университета, сообщество которых год от года расширяется. И несмотря даже на тяжелые времена 2020-2021 года пандемийные, это сообщество показало свою сплоченность и активное участие во всех творческих коллективах, во всех институтах Казанского университета. Казанский федеральный университет проведет международную археологическую школу. Девятая смена школы впервые пройдет в два этапа. В августе в Булгаре. Для участников организуют занятия по археозоологии, древней керамике, палеантропологии и реставрации археологических предметов. А уже в сентябре увлеченных археологией молодых людей встретит Самарканд. Здесь запланированы занятия по биоархеологии, геоархеологии, древней керамике. Участниками международной археологической школы могут стать студенты, молодые ученые и специалисты из России и стран зарубежья. Проект реализуется на грант ЮНЕСКО. О других событиях из жизни университета – далее в дайджесте.
Россия-Корея – настоящее будущее российского корееведения. Об этом говорили на неделе в Институте международных отношений КФУ. Здесь прошла научно-практическая конференция. И участником стала генеральный консул посольства Республики Корея в России Пак Хо. Он отметил, что Казанский федеральный университет является двигателем развития корееведения в России. У нас по результатам данных конференций принимаются доклады на такие темы, как история Кореи, культура Кореи, экономика Кореи и так далее. И всего у нас уже за время нашей работы собрано около 450 работ на данные темы. День единых действий в память о геноциде советского народа прошел в лицее имени Лобачевского КФУ. Это всероссийская акция. В рамках нее учащимся напомнили о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан. Мероприятие называется «День единых действий». Его цели – это сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и донесение до обучающихся лицеев, школьников информации о тех потерях и о тех злодеяниях, которые совершили нацисты в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза. Публичные выступления и просвещение. В Казанском федеральном университете состоялся полуфинал Лиги лекторов. Это проект Российского общества знания. На Казанской площадке выступили 59 претендентов. Среди них и 4 представителя КФУ. Добровольцы Казанского университета провели донорскую акцию. Ее участниками стали 250 человек. Они посетили Республиканский центр крови. Кроме сдачи крови, волонтеры провели познавательный квиз, где все желающие смогли получить подробную информацию о донорстве костного мозга. Любая человеческая жизнь, она важна, и донорство именно помогает продлевать эту жизнь очень часто, и, конечно, поэтому донорство очень важно. И хотелось бы сказать то, что если у человека есть определенные мифы, если есть определенные мысли о том, что донорством заниматься не стоит, и что это не полезно, пускай он обращается в Добровольческий центр КФУ, мы развеем все эти мифы и докажем, что сдавать кровь не страшно, сдавать кровь здорово и полезно. Студент Казанского федерального университета стал победителем первенства России по тэквондо. 18-летний студент Института фундаментальной медицины и биологии Хан Магомед Рамазанов завоевал золото в весовой категории до 68 килограммов. И сегодня он в нашей студии. Здравствуйте, Хан Магомед. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой. И сразу вопрос, тяжело ли она вам далась? Здравствуйте. Спасибо большое, что позвали. Ну, легко, конечно, такие победы не даются. Еще, как вы знаете, сейчас пост, и в связи с этим и подготовка, и сами соревнования проходили тяжело. Расскажите, пожалуйста, о самом первенстве. Сколько дней шли соревнования? Где они проходили? С каким количеством соперников пришлось вам бороться? Они проходили в столице Кабардино-Балкарской республики, в городе Нальчик. Проходили они 4 дня, каждый день по 4 весовые категории, в общем 16 весовых категорий. Я дрался в третий день. Вот, я несколько дней держал свой вес, чтобы на взвешивании не было, ну, так как у нас нельзя даже превысить 100 грамм, из-за этого немного тяжко приходилось. А так, в целом, сами соревнования проходили на высшем уровне. А в чем особенность именно этого первенства? Насколько строги правила к спортсменам, даже не только в самих боях, а вот, как вы отметили уже, да, физической подготовки к ним? Физическая подготовка, ну, я до этого я тренировался в горах, и, как вы знаете, в горах тренироваться тяжелее, недостаток кислорода, все это сказывается, и когда тренируешься в горах, затем на равнине бывает гораздо легче. И я из-за этого уехал на неделю туда, ну, для акклиматизации и прочего. И вот результат виден налицо. Часть ваших соперников были старше вас и опытнее. Как вы думаете, что именно вам помогло их обыграть, ну и, собственно, взять золото? Хочу сказать, что в финале, с кем я дрался, это был мой друг, и он гораздо старше меня, он старше меня на 2 года, и в целом соперники тоже были старше меня, но мы с тренером перед каждым боем выстраивали определенную тактику и долго обсуждали еще до первенства, как работать, как вообще в целом выстраивали подготовку, и вот все получилось.
А каково это встречаться, ну, в борьбе, да, условно говоря, со своим другом? То есть после сразу руки пожали или наоборот уже поссорились? Не было ли такого? Тренер мне всегда говорил, в жизни вы можете быть лучшими друзьями, но когда вы выходите на корт, то дружба заканчивается на этом. Ну, конечно, уважение превыше всего. После этого мы выходим обратно, пожимаем друг другу руки, обнимаемся, и все, обиды ничего нет. Давайте немного поговорим о вас. Расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились, учились? Я родился в Дагестане, всю жизнь там жил. В столице Дагестана, в городе Махачкала. Учился в обычной школе, каждый день после школы ходил на тренировки. Время от времени уезжал на сборы и решил сдавать химию, биологию. Это с детства была моя мечта, поступить в медицинский институт. Сдал хорошо и решил выбрать Казань. У меня здесь родственники. И вот так. Жизнь как-то так сложилась, что я оказался здесь, в этом институте. А почему все-таки решили поступать именно в Казанский федеральный университет? И вот понятно, что есть родственники, да, ну, там, помочь в быту и так далее, немножечко так, ну, условно акклиматизироваться. А именно с точки зрения обучения, в каком плане рассматривали? Я следил, слышал про этот университет. Ну, не знаю, просто он мне нравился. И здесь также есть Казанский государственный медицинский университет, но как-то у меня так сложилось, то, что я захотел именно сюда. Здесь к молодежи уделяется больше внимания. Как мы все знаем, общежитие очень, ну, оно просто прекрасное. И вот как-то так. А как вы занялись тэквондо? С детства я занимался шахматами, но как-то старший брат меня постоянно как-то так упрекал, говорил, давай что-нибудь такое, там, борьба или еще что-то, но я выбрал тэквондо. Не знаю, я много секций, на много секций ходил, но душа не лежала на каких-то таких прям, на вольной борьбе, на греко-римской, и так получилось то, что я в тэквондо оказался. И в чем для вас заключается философия этого боевого искусства? Вообще, тэквондо мне нравится тем, что у нас полностью защита, мы полностью, у нас протектор, у нас щитки, у нас все, и это не травмоопасный вид спорта, у нас электронная система, то есть если ты четко попадаешь, у тебя четко выходит балл, тебе четко ставят баллы, и, не знаю, у нас нету такого, что кого-то заслуживает, если человек достоин победы, он достоин. Честность получается, справедливость, да, наверное? Да, справедливость, да. Кто вам помогает достигать таких успехов в этом виде спорта? Ведь не каждый увлекающийся тэквондо человек становится чемпионом. Конечно, тренера. У меня и которые в Дагестане, мои тренера, они тоже большой вклад в мое развитие вкладывали и вкладывают сейчас. Тренер, который у меня здесь, в Казани, они как-то тоже, эти тренера между собой в тандеме, они знают, когда меня, они между собой тоже это обсуждают, они знают, когда меня отправят на сборы, когда мне снизить физподготовку. И конечно же, родители очень сильно меня поддерживают. И старший брат, он у меня психолог, он лично со мной занимается, и все вместе как-то. А каковы ваши дальнейшие планы на спортивном поприще? Ну, я как-то изначально не собирался оставаться в спорте. Как правило, спортсмены, они идут дальше в тренерскую деятельность, но у меня нет желания. Я брошу спорт и уже уйду в свою деятельность, в свою отрасль. И все-таки вот как вам удается совмещать учебу? Все мы знаем, что в институте медицинском, ну, достаточно сложно делать, да, и в то же время становиться чемпионом. Это вы дополнительно занимаетесь или каким образом это происходит? На самом деле, да, я очень много времени провожу с книгами, но вы знаете, вот смена деятельности, она очень полезна. Например, ты сидишь до 5 вечера, грубо говоря, за книгами, и у тебя уже мозги плохо функционируют. Ты идешь на тренировку, ты полностью разгружаешься там, ты вообще
отдаляешься от этого всего, у тебя другие мысли, приходишь обратно, и ты уже полностью разгруженный человек. И как-то, вот, не знаю, эта смена деятельности очень сильно мне помогает. Ну и, наконец, в завершение, кем вы себя видите все-таки в будущем? В будущем я себя вижу доктором. Пока еще не знаю, каким доктором. Ну, так, присматриваюсь немного, но я хочу работать в этой деятельности. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю. Удачи. Спасибо. Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир, волнующий и странный. Эти слова принадлежат Николаю Гумилеву, русскому поэту Серебряного века, первому мужу Анны Ахматовой. В апреле творческая интеллигенция празднует день рождения создателя школы акмеизма. Но был он не только поэтом. Николай Гумилев участвовал в Первой мировой войне, получил несколько орденов, много путешествовал. Кроме стихов, в его творческое наследие вошли и этнографические заметки о жизни народов Африки. В 1921 году был расстрелян по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветском заговоре. Николай Гумилев – отец Льва Гумилева, очень важного для татарского народа ученого, который многое сделал для самоидентичности татар. Поэтому здесь, в Казани, особое отношение и к самому поэту, и к его сыну. Как сохранилась память о Гумилеве, расскажет Амир Ахтямов. Николай Степанович Гумилев – русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, прозаик, а также литературный критик. Родился 15 апреля 1886 года в дворянской семье корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева. Мать Анна Ивановна Львова. В детстве Николай Гумилев был слабым и болезненным ребенком. Его постоянно мучили головные боли. Он плохо переносил шум. В Царско-сельскую гимназию он поступил осенью 1894 года. Однако, проучившись лишь несколько месяцев, из-за болезни перешел на домашнее обучение. Основные темы стихотворений Гумилева – это любовь, искусство, жизнь и смерть. Также присутствуют географические и военные стихи. В отличие от большинства современных ему поэтов, в творчестве Гумилева практически напрочь отсутствует политическая тематика. Гумилев стал основателем цеха поэтов, в который вошли многие известные литераторы того времени. Это Владимир Нарбут, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий. Еще через год Гумилев сделал заявление о том, что в поэзии появилось новое течение – акмеизм. Его представители сумели преодолеть символизм, вернули в поэзию стройность и строгость стиха. Мы в отделе рукописи и редких книг Казанского университета имени Николая Ивановича Лобачевского. И у меня в руках произведение Николая Гумилева, которое называется «Фарфоровый павильон. Китайские стихи». Стоит отметить, что это седьмой сборник Гумилева. Конкретно этот экземпляр выпускался в 1918 году петроградским журналом «Гиперборей». В состав этой публикации вошли стихотворения на экзотическую, дальневосточную тематику, разделенные на два отдела – это Китай и Индокитай. Стихи из первой части формально являются переводами китайской поэзии, и в архивном альбоме Гумилева для каждого указан автор. Но известно, что поэт пользовался сборниками французских переводов, и опубликованные в фарфоровом павильоне стихи являются вольными переложениями, а не переводами в строгом смысле слова. Николай Гумилев был расстрелян 26 августа 1921 года по сфабрикованному обвинению в участии в антисоветском заговоре Петроградской боевой организации «Таганцева». Гумилев посмертно реабилитирован в 1992 году. Место расстрела и захоронения до сих пор неизвестно. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ. Итоги недели. «Я всегда шел по линии наибольшего сопротивления», писал Николай Гумилев. Желаем, чтобы ваш путь не был столь тернистым, но при этом не менее интересным. Всего доброго, встретимся через неделю.